Лев спас реально, да? А? Серега сейчас как Шумахер ударить нам в жопу. Но камни были не те, поэтому... Не за 10 тысяч баксов, там не колется нам. Давайте в лесу, короче. Узнал, вот это. В лесу вот ни разу и нет. Сейчас кто? Опять за тобой едем? Давайте по прямой поедем. Я в лес не хочу. Одному скучно ездить. Сейчас на левом. Не, давайте себе Сергей с тобой возьму, а вы вдвоем и так. Давайте кто-нибудь ведущим тогда будет. Хули мы вообще сюда приехали? Я говорю, неинтересно. Давайте, если ведущий падает, следующий ведущий. Не ждет того, кто упал, блядь, да? По головам. Возьмем пример с финнов, как надо палочками толкаться. Войска вводят в Финляндии. Финна снимут, нас золотой будет. Да. А немец какой? Четвертый это? А немец попал. Да, просто... Не, а ну вообще да. Не жестко, он подрезали, по-моему, нарочно. Блять, русский чудом устоял, ты видел? Да? Русский чудом устоял. А не, ну, блядь... немец мог бы этот, мог бы еще подняться. Блять, ну а что-то он затупил, видимо, сбили его с толку. Там ритм, говорят, сбивает, что его тяжело. Дыхание. Дыхание сбивает, и они пиздец, блядь, там начинают. Это все на дыхании каждый раз. Не, вот на лыжах бегаешь, когда, допустим, бежишь, ты бежишь, остановился, допустим, передохнул, ты уже не то после этого. А так можно еще дальше хуярить и хуярить. Ну, то есть ресурсы, блядь. Ну, просто ритм входит. Мне мама рассказывала, они когда на лыжах постоянно ходили, бегали, приезжали мастера спорта, чемпионы мира, действия. Блять, они, говорят, лошади вообще не... Мы, говорит, круг идем, они нахуй второй шаг гоняют. Горку просто плюет, как танк. И представляешь, вот он постоянно, считай, лет 20 бегает. А потом, когда у него карьера заканчивается, он все равно форму поддерживает. Удивительно, короче. Сколько они живут, интересно? Недолго. Весь спорт, короче. Ловцы, наверное, долго живут. Они даже это, заметили, у них основной рассвет с 30 до 40 идет. Не, ну, блядь, нагрузки на сердце, на все. До скольки бегают в биатлоне? До 40? Там много случаев до 40. Бердалин, это там нахуй. Что, прикольно по лесу, он тут нечетко едет. Драчил до 40 бегал. Не, они же как это, вот они со спорта выходят, например, да? И они в течение 2 лет уходят на режим, что нормально. То есть им нельзя сразу. Уменьшающих нагрузки. Потом все. Если ты сделал, то все. Если ты домик. Сколько время? 12-12. А вот тут полез. Гор, а что ты на самый верх не залепил? Просто его вообще на самый верх. Ничего. Как, типа там можно было поставить абсолютно маленький. У меня видишь, на самый верх не получится. Так я хотел, чтобы я себя сам...